Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», и сегодня расклад на день, совет дня и настроение дня. Прежде чем буду делать расклад, благодарю вас за обратную связь, благодарю за то, что вы услышали мой вопрос, и я получила внятный ответ на этот вопрос. Значит, я буду делать именно дневные предсказания. Одна позиция. Будем рассматривать настроение, действие и итог дня, а также совет оракула на день. И я честно вам скажу, я же вот когда начала эту рубрику, я еще не совсем понимала, как лучше, как удобнее. Дело в том, что таким образом более широкий прогноз, и вы действительно можете получить советы о том, что вам делать, что не делать, и что произойдет, если вы сделаете или не сделаете. Мне кажется, это действительно более интересно. Так что будем практиковать так. Также вы знаете, что у меня сейчас есть рубрика «Вопрос-ответ». Размещайте свои вопросы в комментариях, или вы можете писать их мне лично, если вы не хотите, чтобы видели, если вы хотите конфиденциально. А я уже в ближайшем ролике «Вопрос-ответ» я озвучу вопрос и, конечно же, дам ответ на этот вопрос, и ваша конфиденциальность останется, ну, с вами. Давайте так, никто не будет говорить вашего имени. Если вам так удобнее, пожалуйста, мои контакты есть под видео, мои контакты есть в бегущей строке, так что можете написать вопрос, а ответ вы получите в ролике. Ну и сегодня я делаю этот однодневку на каждодневной ведьмочке, и совет я возьму из мистической мудрости, она пока что еще хочет разговаривать. Ну что, посмотрим настроение дня, действие и итог. Хороший, интересный. Очень хороший, интересный, плодотворный день. То есть, единственное, что вот вы будете слишком усердствовать сегодня. Ну, давайте по очереди. Настроение сегодня у вас будет такое, как, вы знаете, когда вы приближаетесь к достижению чего-то, и вы чувствуете, что уже подходит именно достижение цели, именно подходит, вы чувствуете, как начинают появляться результаты, и у вас это вызывает еще больше и больше вдохновения для того, чтобы идти вперед. Кстати, для меня эта вот карта, как будто бы она про меня. Ну, у меня это сейчас каждый день. Я каждый день вдохновлена именно вашими отзывами, именно вашими комментариями, именно тем, что я сейчас делаю. Кстати, я сейчас есть в Инстаграм, да, страничку только строим, она еще не заполнена, но вы сможете найти меня в Инстаграм, где я буду размещать именно как статьи, практики, которые именно не аудиопрактики, а такие, которые можно прочитать и сделать. Ну и, конечно, мелкие расклады там тоже будут. Вот, так вот, у меня такое чувство сейчас, что я что-то делаю, мне хочется еще и еще и еще это делать. Вот, я как бы заряжаюсь вдохновением каждый раз, когда я что-то делаю, каждый раз, когда я сажусь писать ролики для вас. У меня идет вдохновение, я начинаю чувствовать вас, я начинаю видеть информацию, мне это очень нравится, когда это со мной происходит, вот, и это
очень удивительный и увлекательный процесс. Вот что я хочу сказать, что для вас сегодня в основном будет, вот вы будете такое ощущение, что вы занимаетесь чем-то удивительным и увлекательным для себя. Для некоторых из вас может быть такое, что ожидая результата, вы не получили тот результат, который хотели, и вы будете немножко, это не то, что расстроены, вот такое маленькое легкое разочарование будет, потому что вы ожидали большего. Вот, так что вот вам по настроению в основном такое вдохновленное настроение, потому что вы чувствуете результат того, что вы делаете. Только для некоторых из вас я вижу, что вы, да, достигли какого-то результата, но это не вершина. Это не вершина, а вы ожидали сразу вершины. Это своего рода промежуточный результат. Вот, по действиям, с вашим настроением я вам хочу сказать, что вы захотите, некоторые из вас захотят вот объять необъятное, взвалить на себя все, что возможно, вот особенно для тех, кто не совсем в настроении, именно вот настроение, что не удовлетворен чем-то, не удовлетворен определенной ситуацией, не удовлетворен определенным результатом, вы попытаетесь это срочно исправлять, вы срочно ринетесь в бой. И я вам хочу сказать, вот совет у вас, да, движение это жизнь. Достигать можно только переставляя ноги в сторону цели. Это так говорит Зеланд, мой любимый. Вот. Но все должно быть, вы знаете, как только уходит ощущение легкости из того, что вы делаете, и неважно, насколько вы концентрируетесь, ведь легкость и концентрация это две разные вещи. Когда вы вот, например, когда я медитирую, я люблю именно медитации. Вам я даю практики, а я, например, люблю именно медитации. Так вот, в медитации я концентрируюсь, но при всем при этом я настолько я расслаблена, понимаете? Вот это концентрация. Концентрация и тяжесть, и вот это вот давление, это две разные вещи. Так вот, из того, что я вижу здесь, некоторые из вас начнут, вы знаете, как я же говорю, опять повторяюсь, объять необъятное. Вы захотите очень быстро, теперь я вижу, почему еще, вот исходя из настроения некоторых из вас, я вижу ваши действия, что вы вот остервенело ринетесь в бой. Да, я вижу картинками, да, я вам рассказываю это именно картинками. Точность этого расклада, это общий расклад, зависит только от вашей интуиции. Вот, и как вы сможете применить этот расклад в вашей ситуации. Так вот, я вижу вас, именно ринувшихся в бой, и вы настолько, если вы не затормозите, и давайте так, это мы говорим на один день. Дальше мы будем смотреть. Если вы не затормозите, вы очень можете устать. Можете устать не только физически, но и морально. Но тут я вижу действительно вот такие вот усилия, не просто действия, а вот применение силы, как физической, так и моральной, для достижения чего-то. Может быть, у некоторых из вас действительно горит пора. Вот, например, у нас в Канаде сейчас пора отчетов по налогам. И я знаю, что так как я не могу сказать, что я очень люблю с циферками работать, да, я это умею, да, я это всегда делаю, но я знаю, что это я не очень этого люблю. Я вам привожу примеры, что это может быть. Вот. И вот для меня сесть и подготовить все цифры по налогам для бухгалтера, это вот что-то вроде вот этой карты, десятки жезлов, когда оно настолько вызывает, вот это для меня напряжение.
Вот. Поэтому вот я вам просто описываю действия и то, что вы будете чувствовать, вот совершая эти действия. Ну а я хочу сказать, что к концу дня многие из вас будут очень довольны и поймут, что все, что они сделали, все, что было сделано в течение дня, я даже не отрицаю, может быть, некоторые из вас, да, действительно, необъятное, к концу дня почувствуют, знаете, такую уверенность в себе, силу. Это сила вообще, это карта силы, и она говорит о том, что действительно вот все, что происходит целый день, это в ваших руках, и все, что целый день вы делаете, это ваш выбор, это выбор, который вы захотели сделать. Именно вот, знаете, как вы берете ответственность за все, что вы сделали. Кстати, прекрасный день, и вы будете довольны, потому что все будет сделано по уму. Ну вот я же говорю, я все-таки вижу для некоторых из вас, кто захочет объять необъятное, вот у вас в конце дня вы не будете чувствовать сил. При всем при том, что вот выпала карта сила, так как я ж читаю не карта, а читаю поток, и я вижу, что у некоторых из вас, когда вы чрезмерно пере, знаете, вот есть не да, а есть пере, перегрузились, переволновались, перестраховаться иногда можно тоже. Дело в том, ну хотя говорят, перестраховаться это хорошо, но все должно быть в пределах разумного. Так вот, я вижу для некоторых из вас, у вас, видимо, для вас, видимо, вот конец дня будет не в пределах разумного, вы будете очень-очень уставшие, как морально, так и физически. А в основном вы действительно правильное настроение, настроение шикарное, мне даже нечего сказать по этому поводу, потому что это вот такое настроение, как я хочу, чтобы у вас было, если это рабочий день на работе, если это день отдыха, то вообще понимаю, что вы проведете этот день, именно занимаясь такими делами, которые приносят вам определенное удовольствие, определенное удовлетворение. Но тут вы не ищете никаких вот высот в этих делах. Это могут быть даже рутинные дела. Вот. Но вот к концу дня большинство из вас будут чувствовать себя удовлетворенно. И знаете, это вот с таким чувством собственного достоинства и с чувством такой вот радости, спокойной радости, и что вы это сделали, что вы действительно вот как бы завершили день, и все, что вы сделали в этот день, принесло вам удовольствие. Кроме вот тех, о ком я говорила, тут я могу сказать, если вы послушаетесь меня и действительно не будете стараться объять необъятное, то тогда вы точно так же проведете свой день и к концу дня будете довольны. Но довольны вы будете тоже, но просто вы слишком устанете, если вы взвалите на себя что-то неподъемное. Вот у меня, я вижу, вы знаете, вот как будто взвалил на себя кто-то воз дров. Вот не знаю, вот так я увидела. Вот такой интересный день. Наслаждайтесь. Ну и мы, конечно же, посмотрим совет мистической мудрости, что они еще посоветуют, наши мудрецы мистические. Да, конечно, я имею очень много колод оракула. Ну и, честно сказать, в связи с тем, что я сейчас делаю короткие видео, шорты, где я даю советы разных оракулов, я их стала глубже изучать, и вы себе не представляете, насколько это
действительно глубокая система предсказаний оракула. Это не вот даже тот же Симбалон. Я сейчас же даю каждый день карту Симбалона, а для этого мало того, что я записываю себе все, что я вижу по этой карте, мне же еще в минуту надо уложиться. Вот. Так мало того, что я записываю все, что я вижу по карте, потом я все-таки заглянула в книгу автора, который свои значения этой карты дает. И потом только я, исходя из всей этой информации, пишу коротенькое изложение. Вы знаете, вот теперь понимаю, для чего когда-то я проходила русский язык и литературу и писала изложение. Вот вам еще, вы знаете, я иногда удивляюсь, насколько именно сейчас, занимаясь тем, чем я занимаюсь сейчас, мне нужны математика, физика и литература, язык. Ведь я-то приехала не из России, и когда я только приехала сюда, вообще наша эмиграция, мало кто любил разговаривать на русском языке. И много лет было так, что работала я с англоговорящими, и как бы русский язык нет, он никогда не уходил, но, как оказалось потом, когда я познакомилась с ребятами из России, из Москвы, из Омска у меня друзья. И они начали делать мне замечания, оказывается, я ударение неправильно ставила, слова неправильно произносила, как оно оказалось. Так вот, а особенно сейчас, когда я вещаю на русском языке, это же настолько важно именно разговаривать на правильном русском языке. И вот теперь понимаю, что не просто так была школа. Вот немножечко экскурса в мое прошлое. Ну вот, посмотрим сейчас, что нам скажет. Ну что, мои дорогие, дело в том, что для кого-то из вас вы что-то пытаетесь прояснить для себя. Вот я, кстати, не вижу. Это, видимо, оракул решил кому-то ответить на его вопрос. Потому что я не вижу здесь никаких нерешенных вопросов. Я вижу много усилий, много действий. Вижу настроение, вижу удовлетворение. Я не вижу, что кому-то из вас, как бы кто-то, именно по всей ситуации дня я не вижу никаких вот вопросов, но оракул сегодня решил вам посоветовать, чтобы вы прояснили какую-то ситуацию. Хотя вот здесь, особенно для тех, кто хочет объять необъятное, прежде чем начинать прежде чем начинать действовать, простите, пожалуйста. Вы соберите больше информации и узнайте, почему вот пришел тот или иной результат на что-то, который вас не удовлетворяет, прежде чем рваться в бой. Вот об этом говорит эта карта. Вот действительно она сегодня вышла вот тому небольшому количеству людей, потому что в основном, я же говорю, общую энергию я чувствую, что такая нежная, плавная энергия, да, вот именно чуть-чуть горячности это действие, и потом в конце она опять становится такой круглой. Так вот, этот маленький, те, кто, эта карта именно для тех, кто вот хочет взвалить на себя что-то, что не то, что не по силам, я даже не вижу здесь, что это не по силам. Оно вам по силам, просто нужно ли? Вот этот вопрос у меня встает особенно после того, как вышла эта карта. Так что собирайте информацию, найдите именно вещи, какие они вот по-настоящему. Увидьте все, как оно есть по-настоящему, и только потом думайте, надо ли
предпринимать что-то, или может быть вот этот результат, который вы получили, вот это ощущение результата, может быть вам и действовать-то не сильно и надо. Может быть лучше просто отдохнуть и насладиться. Вот такой интересный расклад сегодня появился. Я еще сейчас, я приобрела очень красивую колоду. Сейчас я вам ее покажу. Эта колода называется «Таро ангелов». Она всего 72 карты. Именно 72 ангела и архангела там. И я, конечно же, не знаю, или я на ней буду предсказывать. Я еще не чувствую, могу ли я на ней предсказывать. Но я точно знаю, что вот так как я делаю совет Оракула, совет Симбалона, я вот сейчас прорабатываю всех этих ангелов, и я думаю, что будет отдельно видео, именно какой ангел за что отвечает и к какому ангелу обращаться по какому вопросу. Это то, чем я сейчас занимаюсь еще, и думаю, что в скором времени начну выпускать вот эти короткие видео именно по ангелам и архангелам. Я же говорю, для того, чтобы вам было легче обращаться к тому или иному ангелу или архангелу за помощью. Оказывается, я не религиозна. Я знаю, что я пыталась читать Кабалу, нет, у меня это не пошло, может быть, на тот момент я не была готова к этой информации, это было очень давно, но сейчас вот я увидела эту колоду, прочитала про нее, заказала ее, она просто, конечно, она красавица, и каждая карта имеет свою энергетику. Короче, я проработаю и буду вам выдавать советы ангелов и архангелов тоже. А на сегодня все. Еще раз благодарю вас всех за обратную связь. Благодарю вас за то, что вы пишете в комментариях. Благодарю за то, что вы проходите практики и тем самым улучшаете вашу жизнь. Сейчас еще работаю я над практиками на ходу. Вот одну я уже выпустила как пробную, «Моя Вселенная». И смотрю по обратной связи, что нравится. Вот, значит, если пару человек, которым нравится, значит, будут еще люди, которым будет нравиться. Эти практики будут коротенькие. И вы сможете их слушать именно на ходу. Вот, да, я, конечно, рекомендую прослушать 2-3 раза и все, и вперед. Вот знаете, вот 3 минутки, вот каждое видео, это маленькое, идет до минуты. Прослушали 2-3 раза и все. И пошли. Вот. И оно очень удобно еще, что в этом формате, когда вы открываете. Особенно если вы открываете из гаджетов, оно идет автоповтор, поэтому повторяйте вы столько, сколько вам надо прослушать. Так что работаю еще над этими практиками, пользуйтесь. Это все сделано для вас, для того, чтобы ваша жизнь улучшалась. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропускать мои видео. Видите мои советы, практики, мое общение с вами. Ставьте лайк для обмена энергии. Это нужно вам, а не мне. И, конечно же, под любым из моих видео пишите пожелания всем людям того, что вы бы хотели сами получить. И по закону бумеранга вы это получите все непременно. А с вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока-пока.